команды, ну, вот они считают, что если футболист готов играть 30 минут, они ему дают 30 минут, а потом вводят свеженькие силы, чтобы не приседал. Футболист Комаровский, удар Комаровского, гол! Шикарно пробил Комаровский, Макаров отдал классную передачу на линию штрафной, и капитан команды Дмитрий Комаровский забивает. Момо Янсоне, Рекеш показывает, готов! Гол! Вот это да! Вот это удар! Момо Янсоне! 1-0! Максим Фищук, 28-й, Владислав Рыжков, 29-й, Артем Старгородский, но об этом позже! Дима Рекеш! 2-0! 2-0 становится счет! Вот это да! Вот это да! Вот это начало второго тайма! Ну, просто в 2010-м брал... Кубок! Кубок Украины! Какой момент! Неужели не было положения вне игры? 3-0! Дима Комаровский добивается своего, забивая шикарный, красивый мяч. Ну и ставя наверняка уже жирную точку всего.